Всем привет, друзья! На обзоре томат собственной селекции. Это мой сорт. Пока что под рабочим названием 0122. Ну, на момент выхода ролика, возможно, уже и будет название. Если название будет, оно будет в описании под видео и в названии там видео. На момент съемки это называется, этот образец, 0122. Это сорт, который в этом году дал стабильность. Плоды вот такие вот интересные, розовые в желтую полоску. На кустах они вот такой вот формы, как видите. Встречаются вот такие. В этом году уже выдает стабильность. Следующий год проходим испытания, и можно полноценно назвать его сортом. А пока что это образец или гибридная форма. Как хотите, так можно его и назвать. Вот такие прикольные плоды. Мякоть вот такая. Присутствуют такие вот пустоты, что характерно для полых томатов. Как бы серии полых. Ну, я буду добиваться, возможно, в будущем буду отбирать, чтобы были покрупнее. Вот такая прикольная форма. В первую очередь этот сорт мне понравился для экзотики. Украшение грядки. Ну и кушать он вкусный. Сладкий. Кусты в этом году высотой 2 метра. Мощные. Урожайность до 5 килограмм с куста. Кто хочет попробовать семена этого томата, заходите в описание под видео. Я вам пришлю эти семена. Можно выбрать по каталогу. Ставьте лайк, чтобы не пропустить следующие обзоры. Впереди еще много сортов. Ну а пока прощаюсь с вами. Вот такой интересный образец у меня получается. Скоро будет сортом. Всем пока!